Решение о сносе многоэтажек в Волжском районе осталось в силе. Областной суд рассмотрел обращение одной из дольщиц домов, мешающих работе локаторов Саратовского аэропорта. Заявительница подала апелляцию на решение Волжского суда, который отказал в пересмотре дела в связи с новыми открывшимися обстоятельствами. Но в областном суде постановили, что определение нижестоящей инстанции законно. Напомню, 200 дольщиков уже несколько лет не могут заселиться в квартиры многоэтажек в Волжском районе, к строительству которых имеет непосредственные отношения депутат Сергеев. Этот вопрос контролирует вице-губернатор Денис Фадеев, который несколько лет обещает решить проблему дольщиков, но пока безрезультатно. Хотя уже в прошлом году Росавиация рекомендовала ввести дома в эксплуатацию. Возможность заселения жильцов подтвердил и глава федерального ведомства. 25 июня Александр Нерадько побывал в Саратове. Он заверил, что первым этапом в строящемся аэропорту в Сабуровке будет установлен новый локатор, который заменит существующий. Пока же судебные приставы принимают все необходимые меры по исполнению судебного решения. Новая информация о том, что вполне возможно, что запуск нового локатора уберет те причины, по которым было принято решение суда, означает только одно, что возможно, когда будет решение суда о приостановлении ныне действующего решения, то тогда исполнительное производство будет приостановлено. До тех пор, пока этого решения не будет принято, оно будет продолжаться.